Еще 40 представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства повысят свою квалификацию на базовой кафедре регионального министерства ЖКХ, школы бизнеса и международных компетенций в Одинцовском кампусе МГИМО. Обучение пройдет по программе руководства организации и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. По всем базовым вопросам мы в течение нашего обучения пройдемся. Познакомимся также с теми, наверное, потенциальными новыми изменениями, которые нас ждут в будущем. Поговорим о различных темах, не только о региональных операторах, но и о специальных счетах. И обязательно у нас будут присутствовать представители Минстроя России. Повышение квалификации на базовой кафедре Министерства ЖКХ – это не только лекции, но и практические занятия. Делиться своим опытом с коллегами будут эксперты отрасли. Самое важное, кстати, это общение друг с другом, в процессе которого происходит обмен опытом. Каждому из вас есть чем поделиться с коллегами, и каждому из вас есть что показать и рассказать. И я очень надеюсь, что вы уедете отсюда с полным пониманием, может быть, каких-то вопросов, которые не понимали. Обучение продлится 5 дней и завершится выдачей удостоверений, подтверждающих прохождение курса. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».